Сегодня в нашей свечной мастерской мы изготавливаем волшебные и уникальные свечи. Свечи на закладывание программы в свой новый будущий год. Программы эти зависят, конечно же, от ваших желаний. И наговорив на свечу то, чего вы желаете, вы сможете это реализовать. Посмотрите на этот воск. В нем плавают травы. Это золотарник. Это самое настоящее колдовское зелье. Зелье, которое находится теперь в программных свечах. Такая свеча поможет вам реализовать самые смелые желания и чаяния в новом году. Посмотрите на них, какие они прекрасные у вас получились. Золотарник привлечет богатство в ваш дом. Красный цвет даст активность исполнению вашего желания. То, что вы так давно хотели реализовать, теперь возможно сделать. Мы очень любим программные свечи, потому что эти свечи дают возможность тем, кто пока еще не имеет достаточного опыта в магии, реализовать то, чего они хотят. Свечи эти можно зажигать уже в ноябре, для того, чтобы программа раскрутилась и вступила в полную силу к Новому году. Очень полезно зажигать свечи сейчас, даже обычные и непрограммные, потому что они наполняют дом теплом, а для нас это очень важно. Период зимы, когда земля засыпает, и мы погружаемся во тьму. Нужно разжечь маленький костер в доме и привлечь в свой дом радость и счастье, чтобы когда за окном так холодно и морозно, когда там дует ветер, в вашем доме горел огонек любви, тепла и богатство. Вы можете наполнить свой дом с помощью таких программных свечей. Скоро они появятся на сайте, и к ним будет приложен авторский ритуал Алены Полы. И в нем будет заговор, прочитав который, ваше желание полетит во Вселенную и начнет исполняться. Также вы можете приехать за этими свечами в магазин «Кудеса Чудеса», что находится по адресу город Москва, улица Сервантеса, дом 3, корпус 3, а также город Ивантеевка, магазин в Косом переулке, который находится на центральном проезде в доме 17.